Всем привет! Вы на канале Nice Bricks. Сегодня мы будем собирать набор LEGO City 2017 года, внедорожник с прицепом для катамарана. Под артиклом 601-49. Набор состоит из 198 деталей. В наборе у нас две мини-фигурки. Первый пакетик. Второй пакетик. Парус. Две инструкции и совсем чуть-чуть наклеечек. Теперь приступаем к сборке. Чем же мы будем заниматься сегодня? А сегодня мы будем кататься на катамаране. И эти ребята нас научат. Чтобы покататься на катамаране, нам надо добраться до воды. И это мы будем делать на внедорожнике, который выглядит очень по-летнему за счет своего яркого зеленого цвета, который очень хорошо сочетается с нашим фоном. Внедорожник вместительный, но это мы проверим чуть-чуть попозже. Сзади у него есть сцепное устройство, чтобы прицепить прицеп. А теперь посадим наши мини-фигурки. Для этого мы снимаем первую часть крыши, вторую часть крыши, и сажаем пассажира. Это у нас женщина. И водителя мужчину. Почти сел или не сел, мне не видно. Все, они сели, и у них даже очень просторно. Хотя кресла у них нету, а есть только руль. Но все равно здорово. Закроем крышу. И они отправятся и возьмут нас с собой. А вот и прицеп, на котором они везут свой катамаран. Но мы их рассмотрим, пожалуй, по отдельности. Для этого уберем катамаран. И вот он прицеп. Он небольшой, у него есть стоп-сигналы, подставка, чтобы удобнее стоял на земле. Ну и все. Катамаран у нас сейчас в сложенном виде. Нам его надо разобрать. Для этого парус отсоединяем и присоединяем. Все, готово. Катамаран готов к плаванию. В собранном виде катамаран выглядит еще лучше. Надеюсь, нам удастся на нем прокатиться. Этот набор мне определенно нравится. Внешне он очень даже симпатичен, да и катамараны мне давненько не встречались. Возможно, я что-то упустила, но ничего страшного, теперь у меня есть этот катамаран. Если вам нравятся наши обзоры, ставьте лайки, пишите в комментарии, на какие наборы хотели бы еще увидеть обзоры. С вами была команда Nice Bricks, до скорых встреч!